Балтийской правды, за мужество, проявленное в боях за Родину, звание Героя Советского Союза присвоено Константину Владимировичу Ацимин! Здесь и юные пионеры, и комсомолы, и даже декабристы. Вся история Баргузинского района как на ладони. Сегодня праздник на их улице. Жители отмечают сразу две круглые даты – 95-й день рождения Баргузинского района и 370-летие села Баргузин. Но вы уникальный район. С вас начиналось освоение. От вас шло движение дальше на восток. 95 лет. Району 370 лет. Баргузину, на минуточку, 370 лет, это старше, чем Санкт-Петербург. Вы историческое место. Баргузинский район – один из самых старых в Бурятии. Вот уже 95 лет он практически растет на глазах. В свой юбилей жители не ограничились только праздничными мероприятиями. Они показали уже реализованные в районе проекты. Один из таких – детский сад «Соболенок» – очередная гордость района. В 2016 году он стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация в Санкт-Петербурге», а в 2017 – дипломантом республиканского конкурса «Лучшая услуга года». Дети. Подряд два года мы добиваемся значительных результатов на конкурсе «Региональный ученик года». Волейбол у нас – это тоже наше все, что называется. В течение двух лет нам практически на региональном уровне нет соперников. Мы на всех соревнованиях занимаем первое место. Не оставили без внимания и другие важные проекты района. В свой 95-й день рождения Баргузинскому району явно есть чем гордиться.